Доброе утро. Сегодня у нас уже Хэллоуин, и я, как обычно, по привычке 31 декабря покупать елку. Я именно на Хэллоуин украшаю, как это сказать, территорию домашнюю. И вот купила такую штуку вчера, и, ну, как обычно, в общем, китайцы что-то не додумали. Вот такая вот штука. Она, я так понимаю, что она работает на датчиках на движение. И вот такая у нее штука, она приматывается к дереву. Вот так вот они показывают, что она приматывается к дереву. Вот. Но вот эта липучка, она работает только в одном месте, поэтому она все время скользит. В общем, ну, как обычно, я же говорю, китайцы не додумали. И сейчас я буду пытаться его прицепить. Я говорю, что в последний момент, все, мы привыкли все делать в последний момент. Мы знаем, что можем пойти купить елку 31 декабря, а тут с этим не прокатит. Я вчера хотела купить, как она называется, тыкву. Все, в магазинах ничего нету уже. Ни тыкв нет, в общем, ничего. Так что я купила небольшие тыквы. Вот, и получается, что все размели. Разметают вот каждый год, да, казалось бы, ну сколько нужно этих всяких вот украшений, всяких штучек, всяких этих. Все равно каждый год американцы все скупают, раскупают, я не знаю, что они выкидывают. Ну, вот реально, вот вчера куча народу в этих отделах. Просто люди все равно все покупают. Уже ничего там не осталось. Я вот эту штуку, вот последнюю интересную нашла. Я в этом году особо ничего не смотрела. Вот. И вот эта мне понравилась штучка. Она такая не сильно страшненькая. И звуки издает. Я думаю, придут нам детки. Попугаями. Вот. Сейчас я пытаюсь пришить эту липучку, потому что липучка не липнет. В общем, задумка была хорошая, но липучка не рабочая. Сейчас я ее пришью. Я хочу подцепить ее на дерево перед входом. У меня голос такой немножко странный, потому что я немножко заболела. Дети принесли вирусняк со школы. Вот. Сейчас у нас утро, а сейчас у нас, наверное, еще 9 утра нету. Температура, сколько у нас температура? 20 градусов температура. Обещаю 27 сегодня. Так что хорошая солнечная будет погода, хорошая погода для празднования Хэллоуина, для этих всех парадов, для прогулок по городу. Вот. Так что сейчас я ее зашью. И потом мне еще надо ее каким-то способом на дерево, в общем-то, прицепить. Все, пришила. У меня есть тут вот отвертка. Шуруп здоровый такой. В общем, сейчас пойду попытаюсь его вкрутить в дерево, потому что есть короткий шуруп, но он этого держать не будет. Вот такая страшная. Вот какая красивая погода 31 октября. Шикарная. Правда, завтра обещали похолодание у нас на один день. Вот, так что посмотрим. Не хочется похолодания, еще не готова к похолоданиям. Сейчас я буду попытаюсь на какое-то дерево прикрепить. Все, успокоилось. В общем, вот такая. Сейчас посмотрим, как она работает. Громкая. Смотрите, она очень громкая. Соседи в шоке, наверное. Блок там, конечно, такой не очень красивый. Но, очевидно, не будет. Foolish, but if you come here in darkness, you are doomed. Еще вот такая штука, ее вешают на двери. Вообще дверь открывается, закрывается, и она начинает срабатывать. Ну, в общем, я ее купила в прошлом году. Ну, вот так, хочу работу, хочу не работать. Ну, такой пенек, в общем, такой прикольный. Это у меня садовая тыковка. Честно говоря, я ее не убирала с прошлого года, она таки стояла здесь, поэтому она вот попортилась. Получилось от наших летних дождей. Все, работа выполнена. Паучки там ползут. Ну такая, в общем-то, натуральненько смотрится так. Тут у нас живет паучок. Добренький такой, хорошенький. Такие немножко украшения покупаем, потому что немножко тоже хочется украсить себе. Вот. Ну, такие всякие с кровякой, там такое, всякие страшные.
вишнючее, такое мы не покупаем. Ну, вот такое вот всякое, более нейтральное, я бы сказала, да? Это можно. А еще у меня такая классная рука. Она вылезла только что из травы. Трава толстая, я не могу ее глубоко вот засунуть. А, трава не дает засунуться глубоко. В общем, вот такая вот. Вот такая вот легенькая подготовочка к Хэллоуину. Еще такая вот штучка у нас на двери. Она у нас была вначале летняя, весенняя, в общем. Теперь она у нас хэллоуиновская. В общем, меняются птички, меняются паучки. И штучка становится на разные праздники. А вообще у всех американцев, ну почти у всех, висят вот такие всякие украшения на двери всегда по, как это называется, по времени года. Рождественские, осенние с подсолнухами, хэллоуиновские, в общем, летние, в общем, абсолютно разные украшения такие на двери. Мне очень нравится, очень красиво. Все показала, все рассказала, все. Несу инструменты на место. Классного вам праздника!